Маркшейдеры и другие профессии. В МГТУ состоялась вторая научно-практическая конференция по горному делу. Маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ. Такова основная тема форума. А собрались здесь теоретики и практики по разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Подвести итог сделанного со времени проведения первой конференции и наметить планы на будущее. Съехались в Магнитогорск практики, представители горнодобывающих и обогатительных комбинатов страны, и теоретики, специалисты, профессора МГТУ и Киргизии. Обмен опытом и знакомство с научными изысканиями в области горного дела заинтересовали и теоретиков, и практиков. Мы хотим наработать практический опыт, общаясь с производственниками. Эта грань очень важна, потому что теоретическую базу мы дадим студентам. А как производственники встретят наших выпускников, и как они их встретят на практике и вообще по трудоустройству, это очень большой вопрос, очень важный вопрос. Урал, Монголия и Тяньшань – это был один геосинклинальный пояс. И любое изменение, любой прогресс, любой регресс, оно отражалось в региональном плане вот, на весь вот этот пояс. Вот. И есть ряд таких, в общем, геологических факторов, вот, ну, такого регионального критерия, вот, который мы всегда, ну, этот метод аналогии называется, метод аналогии, что если аналогические геологические ситуации здесь, и может предполагать обнаружить данный тип месторождения у нас, и наоборот. Разработка или же какие-то геологические, экологические факторы, они уже не имеют государственных границ. Любое вот достижение в области науки и техники, это будет, и мы будем применять у себя, и, соответственно, наши достижения вот, применяться будет здесь. Как пример, киргизский гость привел опыт строительства тоннелей в сейсмоопасных районах. Будут доклады и академические чтения на различные темы. Будет подписание соглашения участников российско-киргизского консорциума технических университетов о совместных образовательных программах. Мы сотрудничаем, сейчас будем сотрудничать с Киргизским техническим университетом имени Разакова и будем выпускать маркшейдеров по двойным дипломам. То есть их ребята будут поступать сразу в два вуза, в Киргизский вуз и в наш вуз, и по окончании будут иметь два диплома, киргизский и российский. Это большой опыт нам, как практически, так и теоретически. Это обмен знаний, я считаю. Киргизская страна считает Урал флагманом геологических разработок. Сотрудничество МГТУ киргизских вузов длится уже 6-й год. В этом году аспирант Кызылкийского института природопользования и геотехнологий защитит диссертацию на базе Магнитогорского технического университета.